Сладкоежка, вы признаетесь виновным в занятии проституцией и приговоритесь к 34 дням тюремного заключения. Я 34 дня должен пробыть в зоне. Это не так уж и много, это всего лишь месяц. Хорошо, сладкоежка, ты теперь заключенный Е005. Если я тебе заплачу 920 баксов, ты дашь мне права на свою историю. Нихера, уже замес! Бон! Пистолет! Я пристрелю его! Стой подальше от их дел, сладкоежка. Я и сам могу с ним разобраться. Ты, мать твою! Ты последний раз кого-то ударил, ты арестован за нападение на другого заключенного. Я никого не убивал! Но все-таки я бакты собрал и победил. Офицер, я опять виноват! Еще 2 дня! А я здесь навечно. Сладкоежка не выйдет из этой зоны живым, ну или по крайней мере молодым. И отсюда не выйти по нормальному сроку. Моя цель — стать пахановым. Охранник-то совсем плох. Ты ждал меня?